Привет всем! Сегодня будем ремонт бампера осуществлять. Здесь у меня лючок, вот я его снял. Вот такая вот печалька с зимы. Лопнул бампер. В итоге нам понадобится шуруповерт с мелкой насадкой на маленькое сверло. Вот. Потом дальше шкурка. У меня вот такая шкурка крупная. Потом вот такой вот стекловолокно, сеточка и два компонента вот таких вот А и Б. Их надо будет нам смешать. Вот. Ну все, я вам покажу. И обезжириватель. Я уже две дырочки просверлил. Сейчас покажу. Вот здесь вот снизу. Вот они. Чтобы нам можно было... А, еще забыл. Нам надо вот суперклей. Нам надо будет сейчас проволочкой скрепить все это дело. Еще я здесь добавочно сделаю. А, сейчас, минуточку. Здесь проволочкой скреплю. С той стороны с внутренней закручу. И еще сейчас две добавочные дырочки вот здесь вот просверлю, чтобы покрепче было. Ну, дальше в процессе буду показывать. Сейчас нам надо все обезжирить. Все вот эти вот вещи. Я вот кисточкой и обезжиривателем вот таким вот обезжириваю все. Все помоем получше. Прям чем больше, тем лучше. Сейчас в процессе, когда обезжирю, дальше буду показывать. Вот еще просверлил две дырочки. Вот сейчас буду скреплять все это дело, наживлять проволочкой. Вот такой вот медной. Вот, а потом дальше будем суперклеем проклеивать. Вот наносим сюда суперклей по всей вот этой трещине. Сейчас нанесу и потом включусь. Нанес суперклей. И теперь нам надо здесь вот эти наши скобы, что я сделал. Теперь уже их пассатишками аккуратненько скрутить, чтобы нам эту щель всю соединить. Ребят, пока вот так как-то вот получается. Вот, когда мы с внутренней стороны сделаем, здесь все ремонтной краской, все это дело уберется и незаметно будет. Ребят, у меня вот такая вот шкурка. Другой не было, 120-я, сетчатая. Нам надо изнутри теперь зачистить все вот с той стороны. И потом обезжирить. Но я не буду все показывать, но вы меня поняли. Вот надо вдоль шва зачистку сделать всю, почистим, а потом будем обезжиривать. Тяжело, сложно, но надо. Ребят, теперь вот берем, обезжириваем все это дело, что мы здесь зачистили. Только очень хорошо надо обезжирить, я вот кисточкой обезжириваю. Ребят, надо вот эти два компонента нам смешать. 50 на 50. В итоге получается 100 или на 100. Вот так вот. Нужные пропорции. Это мне товарищ еще давал один. Давно у меня на предыдущей машине тоже была оказия с бампером. И очень удачно я заклеил. И вот сейчас теперь мне оно пригодилось. И кстати, это уже лежит пару лет и не портится. Штука как-то называется ZM. Вот, ну, цифры видите какие. Сейчас открутить. Работаю сегодня в перчатках, потому что состав очень сильный. Добавляем второй компонент. Сразу закрою. И сейчас мы его перемешиваем. У меня вот ложечка специальная здесь есть. Я не снимаю бампера, потому что там долгий процесс. А доступ к нашей трещине есть хороший. Вот. Получается чуть-чуть неудобно лежа, но практично. Теперь нам надо сейчас трещину замазать изнутри и будем уже вот эту вот сеточку обмазывать и накладывать.
Ребят, я уже обработал с той стороны нашу трещину, и теперь нам надо вот ситечко, вот это я по размерам уже сделал, по размерам трещины, обмазать все в этим составом обильно. Вот, ребят, как-то вот так вот. Ну и можно идти уже клеить. Ребят, вот так как-то получилось. Это, в принципе, смотрите, есть какие-то изъянчики такие, увидите, это кто-то там, не знаю, специалисты, сильно меня не судите. Я не такой сильный специалист, это делаю я раз в несколько лет, второй раз всего. Вот. Но я знаю, что это очень надежная штука. Ребят, кому понравилась полезная информация была, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!